have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Ладушки, мы с вами сегодня в траншеях, тренчус, так она и называется, без понятия, по-моему, я ни разу не был в этой игрушке, она новенькая, для меня, по крайней мере, и я так понимаю, что достаточно неплохой рейтинг у нее, свой, не свой, как мне понять, там что-то прилетает, так, я могу, ой, я могу сидеть, отлично. За КВ вообще игра? В кого я вообще стреляю? Так, хорошо. У меня винтовка Enfield. Можно из этого делать некоторые выводы, за кого я играю. Это типа свои, не свои. Как мне понять, в кого стрелять? Так, я на холме. Оу. Есть тут френдли... Так, ладно, эти выглядят как я. Есть тут френдли фаер? Нету. Видимо, я все это время стрелял по своим. Ага. Return to battlefield. Ну-ка. Офигеть! Да в смысле дезертир? Тут... О! Я шлем с чувака снял. Ай! Я почему-то знал, что если не дозаряжусь, то его меня убьют. Хорошо, но, блин, выглядит на самом деле круто. Я пока не пойму, почему... Когда я пытаюсь подойти к врагам, меня считают дезертиром. Ну ладно, тут свои. Вот это, кстати, мне не всегда не нравилось в подобных игрульках, когда тебе обозначают зону, и эта зона оказывается, ну, крайне неудобной. Ладно, что есть, то есть. Офигеть. А я попал в него. А мы типа желтые, да? Чувак прыгнул. И в него моментально прилетел. Не надо перезаряжаться после каждой этой. Блин, лицом торгует и попадает, кстати. А как хилиться? Хилиться я не могу. Наверное. Мой чувак помог. Блин, а как не хилиться? Надо будет потом посмотреть. При спауне. Они отсюда приходят. О, попал. Блин, а эти винтовки дальнобойные. И тут с баллистикой неплохо. Ну, насколько это может быть. А моего чувака тут грохнули, да? Ага, отлично. Допрыгался. К нам заходят. Нет! Офигеть, у чувака реакция. То есть, ну, я выстрелил уже в тот момент, когда ко мне прилетело. Обалдеть. Так, ладно, все, надо собраться. Ну, понятно, что... Voice command blue, use bayonet, first per... Да? Мы отбились? Не-не-не, я буду третье лицо использовать. Так я могу из-за камушка выглядывать, ну его нафиг. Свидание. А фиг ли у него автоматическая пушка? Был... Ёпарусь. Ай! Я слышу, прям над головой летает. Опять этот тонист. Блин, по-моему, все разы, когда меня убивали, меня убивал этот чувак. Надо будет потом чекнуть. Свои. Ну, на самом деле... Так, а у меня другие пушки-то есть? Почему у меня только сингл-экшеновая винтовка? Чуваки с автоматикой приходят.
Ага, понял. Понял! Наш кого-то... А, Тониса убили вот этого, отлично. А, это было близко и ко мне, и к нему, черт! Ай! Я тебя вижу. Ха-ха! Хедшот. Скажите, что я не попал, блин. Убил, отлично. И хедшот бонус, отлично. И лонгшот бонус, воу-воу-воу. Неплохо, неплохо. Ну, я же говорю, как бы вот с этой стороны баллистика мне здесь нравится. То есть, вот попадание. Приятно, что ты наводишь прицел, и ты попадаешь в кого-то. Вот, хедшот. Фу, я начал потихонечку примастыриваться к тому, что здесь происходит. А, оно нас обходит. Флангуют. Воу-воу-воу-воу, осторожней. Воу. Тут люди реально умеют стрелять. Я могу вылезти? Откуда, откуда, откуда? Вон оно, вон оно, вон оно. Пока, чувак. Вон, 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 вижу. Вот тут идет. Это не я попал. Я, кажется, начинаю понимать, почему люди тут не ходят с сингл-экшен оружием, потому что вот эта перестрелка, она обалденно веселая. В смысле, к нам заходит? Так, 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 обратно в траншею. Ага, вижу. Офигеть! Я даже не понял, кто меня снял. Плаконка. Привет, плаконка. Хорошо стреляешь. Мне пока что чертовски нравится. Что с моим шлемом? А, все, нормально. Я думаю, что он зеленый. Выглядит бомбезнейше. До свидания. Блин, я ему шапку снял-то. Есть ассист. Ай-яй-яй-яй-яй. Попал. Нет! Они подходят. 1 против 3! Причем я с чувакам рефлекторно хеды делаю, но их это не убивает, потому что они в касках. Ну, наши же вроде неплохо отстреливались. Фиг ли мы их пустили-то? Почему я 1 против 3 мансил? Вон идут, идут. Ох, убил! Да, меня тоже сняли, но... Я еще и неплохое место занял. 6 киллов на 6 смертей. 1 к 1 КД, кстати. Ну, есть люди, конечно, которые играют, да. Давайте King of the Hill, только я не знаю где. Я без понятия, какие здесь карты. Давайте, за что люди проголосуют, туда и пойдем. По крайней мере, протестим, как это здесь все выглядит. По-моему, офигенная штука. Интересно, как... Как здесь можно поменять... Оу, здесь можно поменять вот loadout. Да, можно... Штурмовая винтовка... Нет, не штурмовая винтовка, просто винтовка 98. Это получается немецкая... немецкая, немецкая. А Enfield это у нас bolt action. Но они обе bolt action. Так, secondary. Покупать надо. Сколько у меня вообще денег? У меня 105 баксов. Понятно, вообще ни о чем. Можно шашку купить. Пшшш, шабля. Люгер, топор... То есть, да, можно купить какую-то автоматику, просто она будет стоить тебе до черта. Льюис.
или карабин Энфилда. Так, тренчган. Тренчган это немножечко не то, что называют тренчганом, хорошо. О, Рос Снайпер, блин, я бы вот это вот купил бы. Ну или Энфилд. Они... 10-15 тысяч, это просто дохренелиард. Ну прикиньте, если сюда оптику добавить, если ты и так попадаешь. Так, окей, equipment, main, поехали. О, я в кайзеровской армии, хе-хе-хе-хе. А тут, кстати, их не так уж и заметно. Против британцев, да? Да, я понял. Вон, вижу. А, мы нападаем? Или... Погоди, это наши? Это наши. Фиг ли я стреляю-то в них? О, Тонерса убили. Я теперь почему-то его каждый раз выделяю, потому что он был лучшим игроком чужой команды в прошлом раунде. Убил. Убил. Наши ребята разобрались. Оу-оу-оу, осторожней. Где? За холдинг очки дают, отлично. Отлично! Меня повысили. Это человек или нет? Или мне кажется? Мне кажется. Офигеть, кто меня так снял? Красиво. Зенпро. Это имя я уже видел в прошлой катке. Прикольно, прикольно. Я даже не заметил, откуда прилетело. Поехали. Так, подбегаем к передовой. Нам нужно удерживать. Блин, а у меня денег резко подприбавилось. За что, когда? Хорошо, я не против, давайте. Прикиньте, я за кайзера с винтовкой Энфилда. История где-то сейчас перевернулась аккуратненько в гробу, да? Ну хотя, почему бы и нет, если это трофейное оружие. Где они, не вижу. Вижу. Дерево, привет. Я буду здесь стоять. О, привет, чувак. Я смотрю, тебе хорошо. О, это куда прилетело? Это зачем прилетело? Есть. Хэд. Убийство! Блин, у меня 3 хп, идите нафиг. Это было красивое убийство, но как мне пришлось за него заплатить? Вы офигеете. Мне бы как-то... Мерик! Подхилиться. Вот там что-то прыгает. Меня сейчас любой плевок просто убьет. Не вижу, где они. Воу-воу-воу-воу-воу! Вижу. Неудобно стрелять. Позиция фиговая. Дерево мешает. А я ему хорошо виден, кстати. Давайте, ребятки, держите их. Какого фига? Не вижу. А, вижу. Его убили? Хорошо. А, блин, подкрался. Ну, ты же... Диверсант. Смотри, подполз такой. Поехали, 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 поехали. Траншеи. Так, теперь нам надо захватывать чужое. Поехали.
Да в смысле? Вы меня что, видите, что ли? Вы там вообще нормальные? А мы... Как понять, какие мы? Мы вроде оранжевые? Чуть не утонул. Так. Мы сейчас обороняемся, окей. Вижу. Вон там чувак. Тихо. На перезарядочку уходим. Не вижу их, офигеть. Ну, серьезно, не вижу. Тот чувак выскочил передо мной прям впритык. А погодите, а каким образом так получается, что я в него попадаю из винтовки? И он остается жив, он в меня попадает. Ну что, мне хэд сделал, что ли? Ну, я в шлеме, если что, на секундочку. Как это так получается? Почему они берут диверсантов, такие заходят и тюк-тюк-тюк с первого раза всех? Где? Вижу. Есть. Нет! Не отвлекайте меня. Да у нас дуэль с чуваком! Это не он меня убил. У нас дуэль с чуваком была. Я ему даже по шапке понадавал. Блин, какого фига вы лезете? Ой, знаете, вот это больше всего бесит. Я понимаю, что нельзя, наверное, на такое жаловаться, но ты с кем-то стреляешься, разбираешься, и тебя где-то сбоку снимают. Ну, это война, да, я понимаю, но с другой стороны, мы же не на настоящей войне, это же чертова видеоигра. Давайте немножечко игровой этики, кого фига? Киллассист? Неплохо. Кого-то... Может быть, этого того чувака сняли, у которого я шапку сбил? О, они там. Они там. А я по колено в какой-то гадости. А они там. Высунься, тварь. Нифига. Нифига. Ну блин, было бы у меня что-то автоматическое, я пришел, их тут 3 человека. Зато я понял, где они. Давайте, поехали. Давайте. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, осторожней, осторожней. Взрыв. То есть, даже просто мины где-то заложены, что ли, я наступил, или что происходит? Ладно. Такого еще не было, это интересно. Ай, проволока, проволока, проволока. Она еще меня коцает, блин. Ну, зато узнали, что она делает. Откуда? А, оттуда? До свидания, чувак. До свидания. Воу-воу-воу-воу! Офигеть! Но, блин, двоих я снял офигенно, с хорошего расстояния. Блин, вот
Эта игра для тех, у кого хороший глазомер, кому прям нравятся такие вещи. Не знаю, я пока что кайфую по полной. Спасибо, Roblox, что подсказал мне этот режимчик. Я просто сейчас, сразу же после этого, я вношу его в список любимых. И надо бы сюда затащить пацанов. Здесь было бы весело. Давай, заряжайся поскорее. Выйди, пожалуйста, из воды, можно? Они что, здесь где-то? Вроде нет. Мы, кстати, стали резко проигрывать. Это печально. Поэтому, ну что, до этого мы как-то жестко вели, прям нормально было. А сейчас дошли до серединки, и они начали зарабатывать поинты, что мне, естественно, не нравится. Давай, чувак, заходим. Ну, блин, я забегаю, сбиваю ему шлем, и все, и ухожу на перезарядку. А они втроем, блин, в три морды тут стоят оборонять. Нельзя идти в траншею с болтовкой, блин, это глупо. Который раз уже в этом убеждаюсь. Но у меня нет ничего другого, пока не появятся деньги. Ну, значит, приходится только кемперить вот так вот. Блин, вот это реализм. Посмотрите, как здесь все реализовано. Обалдеть. Ох ты ж, ё. Вон они, вижу. Ха-ха, кого-то рвануло. До свидания, чувак. Лонгшот. Ой, спасибо. Давай я пошел дальше. Блин, и звуковые эффекты. Как здесь все? Давай, давай, давай. Прикрываем друг друга. Только не лезьте в траншеи. Без гранат, без автоматики. Там делать нечего. Где? Не вижу. Вижу. Черт, ладно. Они удерживают позиции. Это дает им очки. Да, чел, давай заходим с фланга, пробуем. Они не могут держать всю траншею. Оу! Где? Так и... Фига себе, два хедшота. Два хедшота на ходу. То есть я в него попал один раз просто куда-то в туловище, а чувак снял одного и по мне сделал два хедшота. Ну как бы, блин, это прям вот... Если это не читерство, то это мастерство. Так что, ну прям да. Фланг. У них вот этот фланг относительно открыт. Попал. Не убил, что печально, но попал. Вон он. Перезарядочка. Ну, они выиграют этот раунд, скорее всего. Потому что мы не можем к ним зайти. Попал. Блин. У меня 6 на 9 пока что... Ой, блин. А по... Ну, а убрать таб можно как-то? А, я понял. Короче, ребят, насколько я понял, что меня просто кикнуло. Не знаю почему, возможно, просто с серваком была какая-то проблема или что такое. Мы не узнаем, чем закончится этот матч, к сожалению. Но я, в принципе, понял, что это за игра. Я понял, что мне она нравится. Хочу сюда потом еще вернуться как сам, так потом еще и на запись. Вообще, пишите. Это не тот матч, в котором я участвовал, видите, мне типа просто 50 кэша насчитали за то, что я перезашел в игру. Но спасибо, интересно, блин, сколько бы мне денег там дали за столько убийств, офигеть, там у меня было 6 убийств, неплохо, кстати. Ладно, все, ребятушки, в общем, пишите в комментах, что вы думаете, как вам дева, мне лично очень понравилось, но, опять же, давайте, жду вашего мнения. Пока что на этом все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем молодушек, всем покеда.